Маленькая алматинка Ильгиза Каражанова стала мисс Вселенной. 9-летняя казахстанка привезла главную корону с международного конкурса, который проходил в Грузии. Наши корреспонденты встретились с юной красавицей и выяснили, как маленькой девочке удается покорять самые высокие вершины. 9-летняя Ильгиза сегодня проснулась знаменитой. Маленькая девочка завоевала главную победу на конкурсе красоты и талантов «Мини-мисс Вселенная». В доме Каражановых уже целая коллекция из лент, грамот и корон. Всего за год Ильгиза успела поучаствовать в 3 международных конкурсах и во всех заняла 1-е место. Наша мечта. У нас было в неделю 2 дефиле, 2 вокала, 2 актерского мастерства, 2 занятия хореографии. То есть помимо учебы, 2-й класс мы тоже окончили. Вот 1-й, 2-й класс с отличием закончили. Помимо уроков, которые нам надо было делать, нам же нужно было еще и заниматься. И плюс к этому еще добавили английский язык, потому что ездим на международные конкурсы, языка не хватает. «Мини-мисс Вселенная» проходил в грузинском Тбилиси. Юные красавицы из 20 стран съехались продемонстрировать таланты. Но заранее необходимо было выполнить обязательные условия. Записать видеоприветствие, исполнить песню, снять клип и, главное, провести благотворительную акцию. Эльгиза и ее родители организовали концерт для стариков в доме престарелых и с подарками навестили детей из приюта. Когда приехали на конкурс, больше всех переживали родители. Еще как переживаешь? Вроде там же много же тоже конкурсантов. И когда присылают 1-е места и супер-гран-при, то как бы и не ожидаешь этого. Свою победу Ильгиза сразу не поверила. На промежуточном показе ханских и королевских костюмов вновь, как и в предыдущих конкурсах, все жюри проголосовало за ее национальный костюм. Когда объявили победителя, Ильгиза не слушала ведущего, а успокаивала маму. Мама сильно волновалась, и я ее успокаивала. «Мамочка, не переживай. Если не займем 1-е место, все равно в следующий раз приедем и точно возьмем». Сейчас маленькая мисс Вселенная отдыхает от конкурсной суеты. Съемки, репетиторы, фотосессии, дефиле в прошлом, но ненадолго. Уже в будущем году Ильгиза планирует покорить Голливуд. Опыт 3 международных конкурсов с 3 победами там станут хорошим подспорьем. Жанна Рахимжанова, Наталья Раем, Влад Петров, Информбюро, 31 канал.